14 ноября в Славутичи стартовал турнир по боксу памяти Геннадия Родионовича Кима. В турнире принимает участие более 100 спортсменов. На торжественном открытии почетный президиум приветствовал участников соревнований с наилучшими пожеланиями. Вітаю, друзі! Вітаю всіх учасників змагань. У нас цього року 4 країни, більше 100 учасників, натхнених, готових до перемоги. Зазвичай ми кажемо гарні слова вам, налаштовуємо на перемогу, на чесний бій і кажемо, хтось з вас, можливо, колись обов'язково буде чемпіоном. І ці слова сприймаються як просто якісь банальні вітальні слова від мера чи від когось іншого. Але сьогодні в цій залі є живий доказ того, що тут народжуються справжні чемпіони світу. Я не буду цю інтригу видавати, ми її вже почули, але я думаю, Станіслав сам про себе трошки розкаже. Тому все в ваших руках. Боріться і перемагайте. Всі разом до перемоги, і сильніший буде краще. Привітаю всіх вас в нашому славному місті Славутичі. Спасибо всім організаторам турніру, всім, хто допомагав. Без них би цей турнір не состоялся. Спасибо всім гостям, хто приїхали, підтримали наш турнір. Спортсменам желаю красивых поединков. И, как говорится, пусть победит сильнейший. Наверное, впервые среди почетных гостей был и самый титулованный боксер Славутича Станислав Скороход. Советую никогда не сдаваться. Даже если кто-то сегодня, завтра не сможет победить, советую не сдаваться и идти дальше. Потому что у меня тоже есть проигрыши. И после чего я стал только сильнее. Я желаю, чтобы на этих соревнованиях победил сильнейший. И кто-то это будет, один из вас. Совсем недавно одержал победу в бою в Канаде и стал чемпионом NABA. Вот что он вспоминает о Геннадии Родионовиче Киме. Он был очень строгий, и, ну, он за дисциплину, вот, наверное, все-таки вот этот фундамент и заложился с самого детства. Дисциплина, только дисциплина. Он нас, конечно, ругал, там была такая красная палочка, тоненькая, жгучая. Как-то я один раз получил, и ты помнишь, потом на следующий день пришел с отцом своим. Ну что ты, батю привел, говорит. В общем, он и был с отличным чувством юмора, и человек он хороший был, и очень хороший тренер. Он был аналитиком, я как, ну, помню тренировочный процесс и... Ну вот ты сейчас можешь сравнить тренера, который с тобой сейчас работает, и Ким. Он вообще подходит, он мог бы стать, условно говоря, вот тренером. Да, я неспроста сказал, что он на уровне Анатолия Ломаченко. То есть, давайте все славутичане пожелаем, чтобы когда-нибудь вот в этом зале появился человек, который сказал, я чемпион мира. И был наравне с Усиком, Ломаченко и другими звездами украинского бокса. Тем более, украинский бокс достаточно известен в мире. Поэтому обещаем славутичанам. Да. Все будет так, как мы сделаем. И стремимся к лучшему. Поддержим спорт, всем мир. Спасибо. Удачи. Спасибо большое. Наш оркестр и Ольга Фищук приветствовали участников турнира песнями и музыкой. Финал турнира пройдет в субботу в 10:00. Приглашаем всех желающих. А подробный спецрепортаж о турнире смотрите на следующей неделе и в новостях Славутича в среду.